Сегодня в Ульяновске на площадке Народного парка в микрорайоне Мостовая стартовал проект «Открытая городская мастерская». Мероприятие подобного формата проводится впервые, а главная цель – вовлечь как можно больше местных жителей в процесс улучшения общественных пространств. Название такое несколько непривычное, может быть, для уха большинства жителей. Это «Лекторий. Городская мастерская». В самом деле это такой добрый фестиваль урбанистики, когда в течение нескольких дней эксперты в области формирования городской среды, а главное учета мнения населения и формирования таких проектов, которые отражают потребности и нужды населения, наших жителей, вот эти эксперты как раз и будут читать лекции. Проведение проекта стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Ульяновск выделяется среди многих городов нестандартным подходом к решению вопросов, связанных с задачами проекта. Если в других регионах инициатива ландшафтных изменений исходит сверху, проще говоря, власть сама решает, что, где и сколько строить, то ульяновские инициативы исходят снизу. И власти ее поддерживают. Это полностью выполняет принцип, предложенный президентом России Владимиром Путиным. Решать, что и как будет украшать дом или улицу, где быть парку, а где детской площадке, решать людям, непосредственным пользователям, того, что должна создать программа. Такой фестиваль нужен, поэтому хочу сказать, почему. Во-первых, мы стоим на месте бывшей свалки. Здесь была раньше свалка, вот на этом месте. Сейчас замечательный народный парк. Благоустраивать территорию, ее надо. Но то, что как мы благоустраиваем, это уже, мне кажется, прошлое. Надо жить в будущем. За три дня, в течение которых пройдет форум, ульяновцы научатся делать двор пригодным для всех. Чтобы нашлось место и лавочки, где посидеть бабушке, место, где отдохнет после рабочего дня мужчина, и, само собой, пространство для разновозрастных игр. Площадки форума открыты. Научиться новому и послушать интересные лекции может каждый желающий горожанин в микрорайоне Мостовая на улице Звездной, 36. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ.